Здравствуйте, дорогие родители! С вами МКМ ТВ и я Анна. Абсолютно каждый человек, независимо от возраста, любит отдых на море, и дети не являются исключениями. В этом году особенно популярны морские программы за рубежом, где можно совместить пляжный отдых с активным спортом, изучением языка и различными творческими клубами. Сегодня я вам расскажу о 5 самых популярных программах на море за рубежом. Поехали! Актерское мастерство и ораторское искусство на Эгейском море для детей от 10 до 16 лет. Это лагерь «Русская речь» в Турции. Проживание в эко-отеле со своими миндальными и оливковыми садами, в 4-местных номерах с удобствами. Питание 4-разовое. Стоимость 2 недель с учетом дороги 69 тысяч рублей. Организованный выезд осуществляется из Москвы. Хотите подарить вашему ребенку летний отдых на море и совместить это с изучением английского языка? Международный лагерь в Греции «Каливос» на полуострове Халкидики. Возраст детей от 6 до 16 лет. Проживание в летних домиках по 8-12 человек с удобствами в номере. Питание 4-разовое. Стоимость 2 недель без учета дороги от 54 тысяч рублей. Организованный выезд с сопровождением из Москвы. 2 недели на горном курорте в Австрии и 2 недели на побережье в Италии. Это детский клуб «Альпийская дача». Походы, пляжный волейбол, настольный теннис, купание в озере, море, немецкий язык, творческие кружки, театральные постановки, тематические вечера и экскурсионная программа, а также горные лыжи, горный велосипед и виндсерфинг. Каждый ребенок останется доволен и найдет занятия по душе. Проживание на территории международного спортивного комплекса с развитой инфраструктурой, футбольные и баскетбольные поля, теннисные корты, велосипедные дорожки, олимпийский бассейн. Питание 3-разовое. Стоимость 4 недель с учетом авиаперелета и трансфера между итальянским и австрийским курортами – 150 тысяч рублей. 3 недели на одном из старейших курортов Болгарии – это детский лагерь «Альбатрос». Находится в 8 километрах от Варны, курортный комплекс «Святые Константин и Елена». 3-местные комфортные номера с удобствами, питание 5-разовое, стоимость 3 недель без учета дороги – 25 тысяч рублей. Организованный выезд из Москвы. Виндсерфинг, парусный спорт, теннис, верховая езда, английский язык. Все это детский лагерь French Summer Camp на побережье Французской Ривьеры. Возраст от 6 до 17 лет, продолжительность смен от недели до 5 недель, проживание в кемпинге в 100 метрах от моря, питание 4-разовое. Приоритетом организаторов лагеря является безопасность. Все вожатые, сертифицированные педагоги из французской государственной системы образования и спортивные тренеры с государственной аккредитацией. Один ответственный взрослый на 6 детей. Стоимость 2 недель от 150 тысяч рублей без учета дороги. Общение с представителями лагеря ведется только на английском языке. Организованного выезда из России нет. Задавайте свои вопросы о детских лагерях за рубежом под этим видео и бронируйте свои места. До свидания!